Девчуленки-писюленки, всем привет. Это, короче, нестандартное, неформатное такое видео, связанное с вдохновением и озарением. Короче, сегодня я вам хочу рассказать про... И это еще не все. Рассказать вам про лучший осенний аромат с ирисом. Вот знаете, я обожаю просто фиалку ирис. Это лучший цветок, короче, который случался в моей жизни, особенно фиалка и ирис. Вот знаете, не роза, не вот эти все другие цветы, нет, только ирис. Ну и короче, на этих всех вдохновениях я нашел вообще офигенный ирис на осень. Почему на осень, сейчас узнается. Вот, и в приступе щедрости решил, короче, его разыграть между своими подписюлечками. Это у нас новенький, а это уже мой флакон. Вот, это розыгрыш нового флакона у нас в Телеграме проходит. Но это я вам попозже, короче, расскажу. Он сегодня стартовал. Вот, давайте, короче, начнем про этот ирис. Радикал ирис, Лорен Массоне. Девочки, ну, что вам могу сказать? Это лучший осенний ирис. Давайте его пшикнем. 1 миллилитр в секунду. Выделяется. Просто зацените брошку, кстати, новенькая. Смотрите, какая красота, нежность. Вообще, девочки, это не помада, это не косметичка, это не что-то такое бабкинское, это прям очень ирис, смешанный с Sensual Orchid'ом от того же LM Parfum. Sensual Orchid, это у нас, знаете, это у нас хит вообще, LM Parfum. Вот, а вот этот вот ирис, это как будто этот ирис добавили в Sensual Orchid, и получилась вот эта вот шедевральная вещь. Ирис тут сухой, очень благородный, очень такой насыщенный, обложенный специевыми мягкими нотами. Что-то типа, знаете, такого шафрана, перца. Какой-то кожаный аккорд замшевый здесь слышится. Вообще, какая-то амбра деревяшистая нота. Вообще ничуть не жлобская, такая тонкая, красивая. И этот аромат, знаете, как вот такой вот матрас, знаете, такой вот матрас, такой пружинистый, толстый, объемный. Вы на него ложитесь и проваливаетесь. Вот такой вот аромат. И, короче, я его ношу где-то три дня вот этих вот. И я вообще не могу поверить своим носам. То есть, знаете, когда вы его наносите, это такое ирисовое буйство. Ирис, 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 капелька пудры, но он вот как-то вообще не пудристый, не бабкинский, а именно какой-то глубочайший. И когда вы выходите на улицу, по мере раскрытия в нем появляются пачули, камфорность, как в Перль де Лалик. Вот. И во главе этого всего разъеба стоит ирис, девочки. Ну, это пиздарулево. Вообще, я к вам вышел рассказать, короче, об этой невероятной находке. Вот, потому что у меня этот бренд вообще штук 10 ароматов. Вон они там стоят. Они у меня появились весной, по-моему. Или зимой. Зимой они не очень, короче, у меня зашли. А вот осень и этот ирис. Это лучшее, что встречалось с моей жизнью. Я знаю, у меня много ирисовых девок. Обратите внимание, это такой кайф вообще, глубокий такой вот хор вот этих вот специй, пачулей, камфорности и ириса во голове. Фиалкового тона я, кстати, тут совершенно не слышу. Что интересно, обычные ирисы и фиалки, они, ну, какие-то около взаимозаменяемые. Здесь же нет, здесь только ирис. Ни капли бабки, ни капли пудры, ни косметичкой не пахнет. А вот прям ирис. Вообще. Вот.
Ну и, собственно, решил я разыграть такой же флакон, вот 100 миллилитров, вот, нишевого аромата, вот, поэтому это, найдете ссылку у меня в инфобоксе, в описании, вот, в закрепленном комментарии, вот, нажмете, там, у кого нет телеграма, скачиваетесь, подписывайтесь на меня в телеге, у меня вообще заебись, вот, и этот роскошный аромат может остаться, поняли? Поэтому участвуйте в розыгрыше. Вот, не знаю, кто еще не подписан на мою телегу. Лучшая парфюмерная телега вообще, которая есть. Не знаю, почему вы еще не подписаны. С вами, наверное, что-то не так. Вообще такое счастье получить этот ирис, девочки. А вот мой. Вообще, ну вот знаете, даже из крышки. Это звучит балдежно. А уходит он, знаете, как? А он ходит, он таким теплым-теплым каким-то таким нейтральным. Не теплым, а нейтральный какой-то вот амбро-деревяшинским ирисом. Вот так вот. И он уходит очень тонко, очень нежно, полноценно. Не остается никакой вот этих вот неприятных каких-то нот вообще. Вот очень правильно уходит, правильно начинает. Ну, вообще, знаете, не ирис, а песня. Советую дико. Вот, пытается возможность, выигрывается. Любите, ебите. И, знаете, это счастье. Вот, пишите, как вам форматик. А я, короче, пошел. Люблю, целую. Пока-пока. Ссылочку найдете в этом, в комментах и в инфобоксе на розыгрыш. Ну и, в принципе, подписывайтесь на телегу. Давайте, да, пока.